Знаете, что до недавнего времени наша школа называлась школой Гершвина, да? И Наталья Константиновна была, наверное, одним из главных символов нашей школы, да, потому что она проработала, кто-то, наверное, из учителей меня поправит, сразу после того, как школа была номер 6, она стала Гершвина, правильно? И то есть все это время Наталья Константиновна была здесь, да, то есть она, можно сказать, самый наш, как бы, действительно символ этой школы, школы имени Гершвина, поэтому сейчас прозвучит композиция из репертуара, написанная Джорджем Гершвином. Это замечательная, красивая баллада, которая называется «Обнимаю тебя», и исполнит ее наш выпускник Лазарев Михаил, учащийся 7 класса, класс преподавателя Золотухина Игоря Юрьевича. Небольшие приготовления необходимы. Приглашается вокальный ансамбль в составе Марышова Ангелина, Кульметова Камила, Рудакова София, Башкирова Владислава, Хоменко София, Агуф Ева, Ипадов Шами, Савитляев Даниял и Линдси Роман. Вокальный ансамбль исполнит композицию «Цветные сны» Павла Смеяна, руководитель Наталья Валерьевна Ирина Корчагина, концертмейстеры Елизавета Владимировна контрабас, Артем Андреевич Архипов, ударные. Спасибо.